Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Продолжаем создавать куклу Ариану Гранде. Это будет мой самый любимый ее образ черного кролика. Вот на этом этапе мы с вами остановились в прошлый раз. А сегодня начнем с оживления куклы, нарисуем ей новое лицо. Снимаю маску. Волосы и тело маскирую тканью. Окончательно протираю лицо. И сверху наношу слой клира. Клир высох, начинаю делать наброски, и, как всегда, первыми будут глаза. Вот такая получилась хитренькая лисичка. Сразу закрашиваю белки. Глаза у Арианы карие, поэтому раскрашиваю радужку коричневым цветом. Высветляю нижнюю часть. И темным цветом обвожу контур. В центре радужки черной акриловой краской ставлю маленький зрачок. Рисую стрелочки. Они будут довольно-таки широкие. И плавно перехожу на нижнюю часть глаза, его я также полностью обвожу. Вот такая разница сейчас между глазами. Обвожу также второй. И вот уже готов второй глаз. Такая у нас получилась девушка с хитринкой. Розовым цветом выделяю слизняки. Рядом с зрачками ставлю маленькие блики. Рисую веки, сначала верхние, а затем нижние. Бежевым цветом наношу тени на веки. И белым цветом подвожу внутренний уголок. Теперь буду рисовать брови. Брови на месте, подчеркиваю верхнюю часть века. А расстояние под бровью, наоборот, высветляю. И теперь все эти линии нужно хорошенечко растушевать. Теперь я буду формировать носик. Рисую его форму. Рисую ноздри. Выделяю носогубную складочку и плавно перехожу к губам. Я изначально не хотела делать губы слишком яркие, акцент в этом образе на глаза. И теперь снова нужно все линии хорошенечко растушевать. На щечки наношу румянец. Немного на носик. И по линии роста волос. Лишнее убираю кистью, делаю коррекцию, выделяю скулы, а все остальные части, наоборот, высветляю лоб, щечки, подбородок и переносицу. В завершении добавлю блестящего шиммера. Теперь нужно заново закрепить наше новое лицо клиром. И, конечно же, нашему образу не хватает ресничек. Сейчас я их приклею.
Реснички на месте, но все же они чересчур длинные, поэтому я их немножечко обрежу. Вот так в самый раз. Отлично. И в завершении покрываю радужку прозрачным лаком. Пришло время освободить нашу красотку от ткани. И вот такой результат моей сегодняшней работы. Наша Ариана Гранде ожила. Вот так смотрится наше новое лицо в кроличьей маске. А в следующий раз мы полностью закончим ее аутфит, будем шить одежду, делать обувь и аксессуары. Поэтому не забудь подписаться на мой канал, чтобы первым посмотреть продолжение. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч на моем канале.